Ребенок спросил ни с того, ни с сего: «А ну-ка скажи, что красивее всего?» «Да вот так вопрос, что красивее всего?» Ответить я сам не сумел на него. И вот я решил послушать ответы других обитателей нашей планеты. «Деревья и травы», — сказали в ответ, — «да что же прекрасный, чем солнечный свет, да что же прекрасный ночной темноты!» Откликнули совы, «цирчи и кроты, леса», — отвечали мне, — «волк и лиса». Орел свысока протедил небеса, «по-моему, море», — ответил дельфин. «Мой хвост без сомнений», — крикнул павлин. «Спрошу мотылька», — отвечает цветок. «Спрошу цветка», — говорит мотылек. «Кто славит поля, кто полярные льды, кто горы, кто степь, кто мерцанные звезды? А мне показалось, что все они правы. Все звери и птицы, деревья и травы». И я не ответил, увы, ничего на трудный вопрос, что красивее всего –